Это видео с участием так называемой Виты Заверухи, бойца батальона Айдар. Мы с ней уже знакомы по моему видео, как свинья дуб валила, где они наехали на офис в Виннице. Видео я позаимствовал у ребят с портала «Я плакал». Я думаю, ребята не огорчатся на меня, у нас хорошие отношения. Потому что видео это сейчас массово удаляется с Ютуба. Ну пусть попробуют удалить с моего канала. Но что мы на нем видим? Мы на нем видим обстрел села. Насколько это село милитаризированное, я не знаю. Но как мне кажется, оно достаточно мирное, а это просто развлекуха. Ты снимешь, короче, деревню саму, хорошо? Окей. Okay. Не очень четко, но ладно. ХЗ, бля. Где?